Проблема употребления алкоголя и наркотиков в Магнитогорске стоит так же остро, как и по всей России. Именно на помощь людям, столкнувшимся с этими проблемами, и нацелена работа благотворительного фонда «Возрождение» в Магнитогорске. В нашем центре помощи единовременно проходит курс духовно-нравственного восстановления до 20 человек. Этот курс направлен на целостное восстановление личности человека, в жизни которого появилась пагубная зависимость. Программа реабилитации состоит из следующих этапов: консультация с волонтерами, выезд больного в загородный центр помощи и прохождение там 4-месячного курса восстановления личности. Далее, по желанию, можно пройти 8-месячный адаптационный период с проживанием в городе вместе с наставниками и ребятами, которые также находятся на втором этапе реабилитации. Как правило, за этот период у зависимого человека происходит переоценка жизненных ценностей и принципов. Лечение алкоголизма и наркомании – процесс сложный и не может быть осуществлен за короткое время. Именно поэтому к решению этих проблем нужно подходить комплексно. Только прохождение всех этапов курса может гарантировать свободу от наркомании и алкоголизма. Подробности на нашем сайте rehabilitatsiya-magnitogorsk.rf. Для консультации звоните по телефонам 8-35-19-43-12-91 или 8-922-742-55-33.